Собрались работать или учиться за пределами Кыргызстана? Министерство юстиции Кыргызской Республики напоминает, не забудьте заранее апостилировать свои документы. Апостиль – метод легализации документов, который позволяет подтвердить юридическую силу этих бумаг в других странах. Апостилированию подлежат свидетельство о рождении, свидетельство о браке, аттестат об образовании, диплом, справка с места обучения, работы и другие. Теперь вам не нужно ждать ручной идентификации подписей должностных лиц. Все подписи автоматизированы. Охват регионов. Отныне у вас есть возможность апостилировать документы во всех 7 областных управлениях юстиции. Мы сократили сроки апостилирования до 2 рабочих дней со дня предоставления документов. Установлен размер сбора за проставление апостиля. Если вы хотите апостилировать документы за 2 рабочих дня, оплата за данную государственную услугу составит 940 сомов. Апостилирование в течение одного дня стоит 1880 сомов. Размер сбора за срочное апостилирование в течение 3 часов составит 2820 сомов.